И тогда вся Украина станет как Новороссия. Что своим. Вот да, я и говорю, что это три пути. Или они выбивают, они поняли, не получится. Мы не собираемся их выбивать, Новороссии и ополчение, они сами все сделают. Вот сейчас пойдет решающий год. Половину отдать Новороссии, Южную Украину, или всю. Американцы любят деньги. Сейчас они считают, что слишком дорого им будет содержать Западную Украину как самостоятельность. И Обама сидит у карты с карандашом. В ноябре 16-го, когда там победит какой-то президент, он с удовольствием забудет про Украину. Он и пойдет на выборы, чтобы плевать нам на Европу, на Украину и на Россию. Будет заниматься американскими делами. То есть нам не так долго ждать, Владимир Вольфович, на самом деле. Ноябрь 16-го. То есть новый 17-й год будем встречать в Киеве. Вообще, ваше пророчество часто сбывается, поэтому я с опаской. Сало и киевский торт.